Значит, с нами здесь стоять никто не будет месяц. Значит, и сидеть, и жить. С вами уже здесь месяц все находятся. И привезли генератор, работаем, устраняем. Это, по-моему, за месяц пятая аварийная ситуация. Вы, наверное, не поймете чуть-чуть вопрос. Мы будем месяц жить. Хотите пишем? Хорошо. Мы со своей стороны, что делать? Мы это не обязаны делать за компанию «Металлург», но ресурсы она должна. У нее должен быть штат людей, которые все это дело обслуживают, которые все ремонтируют, выделяют деньги на аварии. Там, да? Так как они сейчас это не делают, мы взяли ответственность, мы полностью компенсируем там, да, все затраты, связанные с ремонтом. Сейчас ремонтируется на топливо вот эта станция, там, да? Соответственно, дальше.